Всем доброе время суток, представляю перед вами автомобиль, у нас Toyota Wilfer, автомобиль 2012 года выпуска, у автомобиля всего лишь один владелец, автомобиль без пробега по России, значит автомобиль оснащен мотором 2,4 литра, полный электропакет, гибрид, что еще добавить, сейчас пойдем с вами смотреть функционал салона и посмотрим состояние салона, ну и по комплектации тоже пробежимся обязательно. Так, наверное, начнем мы с вами сзади. Двери у нас автоматические, просто дергаем ручку, все открывается, закрывается. Значит так, две сидушки здесь, еще две сидушки здесь. Значит, сиденья отстегиваются, если нужно будет много места. Также вот эти сиденья можно еще двигать влево-вправо. Вот здесь вот есть ручка такая. И можем их подвинуть влево-вправо. Также можем по рельсам их передвинуть назад-вперед. А плюс есть еще один такой рычажок. Поднимаем. То есть, если в дороге захотели, например, вздремнуть, либо поспать, пожалуйста, поудобнее расположились. И можно дальше продолжать путь. Так, значит, у нас есть люк. Здесь у нас с вами тоже люк. Также здесь у нас располагаются кнопки климат-контроля. Пойдемте теперь вперед. Состояние, кстати, чистенький, ухоженный. Все аккуратно, красиво, четко выглядит. Закрываем дверцу. Заводим автомобиль. Здесь у нас с вами бесключевой доступ. Включили зажигание. В данный момент автомобиль работает от электробатарей. Сейчас придет какое-то время, и машина сама запустится, уже сам мотор основной, бензиновый. Вот. Вам, конечно, на видео не слышно, а я чувствую, что машинка уже завелась, уже работает. Так, значит, здесь у нас с вами тоже есть расположение кнопок электрооткрывания багажников, электрооткрывания дверей задних, левая, правая, но это у нас уже с вами люк. Так, дальше магнитолка вот такая здесь у нас с вами располагается. Так, здесь можно проигрывать mp3 диски. Также здесь есть слот под диски либо под SD карточку. SD карточка вставляется сюда, mp3 диски вставляются у нас здесь. Закрываем, насколько я помню, надо нажать. Так, сейчас у нас с вами играет радио. Кстати, классное звучание. Конечно, я понимаю, что видео вам качество звучания не передаст. Здесь у нас располагается двухзонный климат-контроль. Сиденье водительское идет с памятью. Пассажирское тоже с электроприводами, но без памяти. Значит, подстаканники удобные, большой подлокотник, много что сюда можно положить. Также у нас тут есть и розеточка на 12 вольт, тоже удобно. Так, чем еще вас удивить, у нас с вами есть круиз-контроль, есть датчик дождя, также есть датчик света. Здесь у нас с вами располагается кнопочка отключения стабилизации. Это, как я понимаю, какое-то звуковое сопровождение. Но вот она, когда заводишь, она что-то говорит на японском языке. Это у нас регулировка зеркал, функция складных зеркал. Это у нас портроники. Это у нас, я как понимаю, отвечает за свет. Так, значит, здесь у нас с вами это у нас по пробегу смотреть. Так, значит, это у нас подсветка приборов. Убавлять, добавлять. Так, также здесь с вами имеется мультируль. А здесь мы, значит, управляем бортовым компьютером. Это у нас кнопка отвечает за управление штатной магнитолой. Ну, это уже, как понимаете, громкость и тоже переключение треков. Так, так, так. Ну и, в принципе, все самое основное. Наверное, я вам рассказал. Сейчас, кстати, заведен автомобиль. Идеально ровно работает мотор. Ошибок никаких не горит, пробег на автомобиле составляет 207 тысяч километров. Ну, в дополнение, что вам могу сказать? Отличный автомобиль, состояние прекрасное. Так что, если вас интересовал
этот автомобиль, приезжайте к нам на осмотр, сделаем с вами тест-драйв, заведем, прокатимся, сами все посмотрите. И сможете приобрести эту машину прямо у нас по системе Традин в кредит, либо за наличный расчет. Автомобиль у нас в наличии. На этом спасибо за просмотр. Хорошего настроения. Всем доброго. До свидания.